Всем привет, друзья! Добро пожаловать в новое видео, добро пожаловать в новый влог. Сегодня 30 декабря. Сегодня последний рабочий день в этом году, в 2022 году. Этот день мы хотим подснимать побольше, потому что завтра... А завтра тоже будем снимать, потому что завтра 31, ну как тут не поснимаешь-то? Пойдемте позавтракаем, покажу, что будем завтракать. С Барбосей я уже погулял. Блин, как она не любит, когда объективом ей в нос тычешь. А кому понравится с другой стороны? Отчет, цветы все еще стоят. Алиса испекла правильно, пожарила, как правильно сказать? Приготовила. Тофники с малиновым вареньем, бабушкино варенье, которое мама нам привезла, оно обалденное просто. А здесь что? Кофе. Растворимый? Да, с молоком. Растворимый кофе с молоком. Ну и что-нибудь сейчас на телеке включим. Ну как на телеке? Это теперь телек, теперь уже, наверное, нет такого понятия, как телек, коробочка. У нас телек вот в ноутбуке телек. Кинопоиски. Тут захочу, тут будет телек. Погнали. Приятного аппетита. Официально... Последний рабочий день 2022 года завершен у меня здесь, вот прямо сейчас. Так что все, пора заниматься делами по дому. Это вот у нас вот такой диванчик. Во-первых, мы сегодня купили другой диван. Но мы его как купили? Мы его заказали, и он не скоро еще придет. Господи, он какой-то весь, конечно, ну ладно, какой уж есть этот диван. Короче, как вы можете видеть, суть его в том, что он сейчас стоит не так, как он должен стоять. Вот, типа он так, это сдвигается, и вот так надо садиться. А мы хотим поставить стол. Это, кстати, чехол гитары сюда поместился, и коробка от пылесоса. Вот, надо его, короче, вот так перевернуть. А почему так спим? Потому что тут более-менее не так сильно прожато и не так неудобно, как спать вот на вот этом ребре. Вот, так что сейчас я все это дело вот так вот, как в Sims, переверну. Горошки не нравятся, что я тут кричу. Че, я тебе поспать не дал? Да? Ты опять боишься камеры? Ты чего? Каждый раз дергается, бежит к двери, как только какие-то петарды на улицу взрываются. Кто мячик нашел под диван? Давай, я тебе брошу. Что за мат еще у вас тут? Okay. Здравствуйте! Иди играй. Я сразу заодно укреплю диванчик наш, что тут что-то подо мной сломался. Это диван убийцы, я снес пол стены. Нормально? Углом. Ничего, потом надо будет заделать. Когда диван придет новый... Там слева тоже. Нет, здесь я ничего не трогал. Короче, новый диван мы заказали, Алиса заказала, но он придет аж через месяц. Его на заказ сейчас будут делать. Да. Не на заказ, а просто делать. Ну, можно сказать, на заказ. Заказала, ну, будут да. Делать. Типовой, правда. Вот. И он, короче, сюда пойдет, от этого будем всего избавляться. Ну, вот такой вот он здоровенный, вот этот вот старый рванина это. Ну, конечно, да. Даже, на самом деле, в сложном состоянии уже как бы место так нормально. А учитывая, что тот диванчик, он, ну, как в половину, наверное, точно меньше будет. Вообще будет хорошо, мы его до туда будем задвигать. Вот это надо будет, правда, перенести тогда, чтобы по центру смотреть фильмусы. И тогда будет вообще хорошо. Ладно, надо уже готовиться к стриму. 100 лет не стримили, поэтому нужно 100% заранее все подготовить, камеру настроить, все там эти штуки, дрюки, все проверить, все затестить. Потому что стрим это всегда первые минут 20 можно что-нибудь, каких-то этих косяков словить. Поэтому лучше заранее ко всему подготовиться, тем более мы 100 лет не стримили уже. Ну как 100 лет? Когда последний раз это было? Здесь, по-моему, уже? Нет, не здесь. Когда? Не помню. А, помню. Нет, не помню. Че, черешку грызешь?
Ты кушай, кушай, я тебе не буду тебе ничего забирать. Кушай. Горошка обожает капусту, морковку и все, что хрустит. Грызет кочерыжку. Ребята, позволю себе показать фон, на котором я сейчас сижу, на фоне которого, точнее, я сижу. Вот, вот такой вот кавардак-бардак. У нас сегодня большая стирка была. А сейчас у нас предновогодний стрим вот-вот начнется. Так сказать, корпоратив новогодний. Вот. И это. Ну, я, короче, сдвинулся в угол, чтобы этого всего не было видно. Там трусы сверху висят. Сушатся. Блин, надеюсь, микрофон отключен, а меня точно все слышат. Ребята, мы только что завершили стрим, и я что-то так в конце лоханулся. Я совсем забыл, я хотел приветы заснять во влог, и лоханулся, забыл. Но сейчас покажу вам статистику стрима. Вот. Горош, отстань. Смотрите, просмотров 738, максимальное количество 142 человека нас смотрело. Это очень круто, потому что... И, кстати, час 13 мы стримили, потому что мы очень давно не стримили. Если честно, я думал, что ну вот до сотни будет людей. Спасибо всем огромное, кто был на стриме. Было очень приятно с вами пообщаться в чате. Клево. Да? Да. Что делать будем? Ну, пойдем с ней сходим. Мандарины купим. Не прощаемся. С горем пополам с горошкой погуляли. Там такие эти петарды какие-то взрывают, что вообще жуть. Аж сигнашки у машин срабатывают. Ну, а горошка вообще забивается, конечно. Все это ей не нравится. Уже начинают приходить всякие от знакомых новости о том, что там собаки какие-то... ну, короче, прибиваются к подъезду, потому что, видимо, сорвалась собака с привязи, ну, с поводка. Укрываются. Да, короче, прячутся, боятся. Ну, у них же это, да, конечно, шок всякий такой. Так что, ребят, не взрывайте ничего вообще, и будет хорошо. Ну что, ребят, завтра уже 31 декабря, завтра будет последний декабрьский влог из серии ежедневного декабря. Так что он также выйдет на Boosty, потом... на всех остальных площадках, а уже с 1 января все, что на каникулах выйдет, оно все будет только уникально для Boosty, поэтому добро пожаловать на Boosty, поддерживайте, и мы вас отблагодарим уникальными классными влогами. Будут, наверное, думаю, и домашние какие-то, потому что и день рождения, там, и Рождество, и куда-нибудь мы поедем. Все будет. Покеда!